Черт. Так, осталось два хода. Ну, это легко вычислить. Получается, что вот эту косточку убрать, это нужно. А белый, а форма, у нас форма осталась одна, звездочка. Так, ну и совсем легко. Синий ромб, то есть треугольник. Прекрасно! Спасибо большое! Вот ваша награда! Что это? Думаю, это что-то важное. Положим это в рюкзак. Но. Кнопки с цветом связаны или со строками, или со столбцами. Но провода запутались, и я не знаю, какая кнопка с чем связана. Разберитесь в них, пожалуйста. Так, четыре хода. Высчитываем. Значит, ну, попробуем угадать. Сиреневая это строка. Так. А чтоб вот эту косточку сбить. Ну, допустим, вот так. Есть. Тогда желтая. Вот это. И синяя. Тоже это. Ну и один остался шаг. Это сиреневый кружок. Сиреневый кружок. Оп. Отлично! Вы снова на высоте! Супер! Еще одна часть! Кладем в рюкзак. Ну, в общем, поняли. Так, сейчас. Сиреневое сердечко. Ай! А, отлично. Ну, теперь, какие мы тут не задействовали еще фигуры? Звездочку. И вот вам еще. Да. Так, ключ. Но он мигающий. Поэтому еще, по-моему.
Так. Так, белая, скажем, белый кружочек. Есть. Тогда желтый треугольник. И сиреневый кто? Ну, пусть будет Рубик. О нет, боюсь, я сейчас сломаюсь. Да. Прям сразу и попали. Так, ну вот, желтая нам совершенно не нужна, а красная тоже. А, ну тут мы... Хорошо. Так, сиреневое сердечко. Сиреневая звездочка. И... Синяя... Что? Кружочек. Ура! Я чувствую облегчение! Вот ваша последняя награда! Отлично, с этим покончено. Пошли! О-о! Я опять переполняюсь! О-о-о! Ну что, еще раз сыграем? Так, ну все. Так не получается. Три хода осталось, а этих-то пять. О-о-о, кажется, я... Так, четыре хода. Ну, по-моему, если повезет, есть. Теперь. Звездочка. Допустим, синяя. Ай, промазали.
тихо лопухнулся. Прекрасно! О. Сиренево. Все. Один остался. И это будет сиреневый румб. Еще раз спасибо. Я бы отплатила вам, но мне нечем. Это не беда. Думаю, пора идти. Я набита битком. Мне нужно... Так, куда пойдем? Туда. Ребята, мы кое-что нашли. Эй, что у вас там? В различных частях парка мы нашли то, что можно назвать не иначе, как свежие следы. Что? Вот это да! Это же заброшенное место! Подождите, подождите! Эти следы не выглядят как человеческие! Мы не можем понять, кто их оставил! Прекрасно! Следы инопланетян! Только не сейчас! Бежим отсюда! Отлично, ребята! Мы будем внимательно осматривать все необычное! Спасибо! Ты слышал это, Оуэн? Кажется, да, хотя не уверен. Секундочку. Да, я слышал что-то, но ничего не вижу. А ты? Нет, ничего не видно. Надо включить электроэнергию, а потом вернуться и посмотреть, что тут шумит. Так и сделаем. Подходите, не стесняйтесь, испытайте себя и выиграйте приз. Ого, ты слышала? Он сказал про приз. Посмотрим, что тут можно выиграть, Оуэн. Подходи же, не зевай, приз полезный получай. Что надо делать? 5 объектов будут появляться по очереди. Выберите тот, который отличается от остальных, и когда он снова появится, стреляйте в него из пушки. Если вы выбьете 5 таких объектов, я дам вам приз. Проще простого. Отличная игра, ну сейчас я настреляюсь. Это напоминает игру. Игру, забыла, как же она называется? Среди 5 фигур есть одна лишняя. Надо попасть именно в нее. Вы выиграли приз! Хотите сыграть еще и получить еще один? Отлично! Сначала заберем этот.
Ну-ка, без промаха! Ай. Что, не выиграл? Не унывай! Тебе скоро повезет! Еще сыграй! Опять выигрыш, но в следующий раз будет сложнее. Попробуйте еще. Я готова. А что ты? Ты будешь стрелять, Оуэн, а я присмотрю за видеофоном. Дружок, сыграй еще разок!